Значит, это наш отечественный мотоцикл модели М72. Разведен был на базе немецкого мотоцикла BMW модель R71. Производился он в нашей стране с 1941 года. На каком предприятии, не знаете? Вообще, производились они и в Москве, и на Ирбите. Перед началом войны планировали производить в Харькове и в Ленинграде, но начавшаяся война поменяла планы, и производство было, которое собирается, как раз в Ирбит эвакуировано. Вообще, за годы войны, если мне память не изменяет, произвели порядка 14 с лишним тысяч таких мотоциклов. Производились они до 1960 года, это учитывая модификации. Например, в середине 50-х годов вышла гражданская модификация этого мотоцикла. Машина, по-моему, уникальная и надежная. Но ее до сих пор используют. Я видела такие мотоциклы в деревнях. В сельской местности их прекрасно используют. Ну а что, запчастей, в принципе, можно еще найти. При желании.